Оперативная обстановка, складывающаяся на протяжении всего 2016 года, оценена как стабильная и подконтрольная правоохранительным органам. Один из тезисов итоговой коллегии, которая состоялась накануне в областном управлении внутренних дел. Минувший год для ведомства был насыщенным и результативным. Снизился уровень преступности, как общей преступности, так и по линии уголовного розыска. Наименьшее количество умышленных убийств. Всего лишь было за 2016 год зарегистрировано 44 умышленных убийства. Это самый низкий результат в стране. Если количество преступлений уменьшилось, то уровень раскрываемости по линии уголовного розыска, наоборот, увеличился. И даже на несколько пунктов превышает общий республиканский. Особое внимание было уделено противодействию коррупции, фальшивомонетничеству и экономическим преступлениям. Эффективнее сработали брестские права охранители и в вопросах профилактики преступлений в сфере сбыта и распространения наркотиков. В прошлом году мы пресекли 4 канала поставки наркотических средств в Республику Беларусь. Это Российская Федерация, Польша и действие 3 интернет-магазинов, которые действовали именно на территории Брестской области. Однако ряд вопросов остается по-прежнему актуальным. В текущем году внимание правоохранителей будет сконцентрировано на борьбе с мошенничеством, разбойными нападениями, а также на преступлениях, совершенных иностранными гражданами. А уже после мероприятия в фойе участники совещания смогли познакомиться с работой выставки от областной библиотеки имени Горького. Тематическая экспозиция посвящена становлению белорусской милиции в разные годы.